Всем привет, это Тим Ризу. Ты долго будешь долбить? Всем привет, это Тим Ризу, и сегодня мы будем учиться wall spin ола, что значит one leg. Не придумали значение для последней буквы, поэтому ваш вариант в комментариях. В конце видео мы соединим этот элемент с двумя другими трюками из предыдущих туториалов, которые вы, кстати, можете посмотреть в плейлисте Flow Academy. Flow. Для того, чтобы научиться этот элемент, вам нужен парапет, вы сами и умение делать wall spin. Умеешь wall spin, владеешь ситуацией. Трюк очень простой, и для него будет всего два подводящих. Первое – это волл-спин с одной рукой. Я его делаю влево, поэтому на препятствие я буду ставить только правую руку. Делаем все это на углу, чтобы было не так страшно упасть. Или попкой задеть препятствие. Второе подводящее – перемах. Ставим ногу на стену, руки как на обычный волл-спин, и делаем мах на 180. И садимся на попу. А теперь все соединяем. Обратите внимание, что на самом элементе нога ставится под углом. Не забываем делать активный мах, упираться в руки и поднимать таз наверх. А теперь связочка. Спасибо, что смотрите нас, подписывайтесь на наш инстаграм, выкладывайте видео с хэштегом Ризу Туториал, и мы будем выкладывать вас в сторис и радоваться за ваш креатив, позитив и флоу.